בחלק של ההשתחוויה הראשון היה לי כזה תמונה בראש. И когда у нас была первая часть поклонения, я увидел такую картинку. אבל עכשיו אני רוצה לפני מסר שלי לחלק אותה. И я хочу, прежде чем я начну проповедовать, я хочу поделиться с вами этой картинкой. Это мазе Катар. Вы знаете, что такое Катар? Государство есть такое. Ло-ло-ло. Катар зе ракевет басигнон аяшан. Ло хашмали, или кмо шанахну руим. По-русски это паровоз. Ми мивин мазе Катар акшо? Паровоз. זה דבר שעבד המון שנים, דבר מאוד אפקטיבי. Это очень мощная вещь была когда-то. ושירתה שנים רבות. И они просто долгие годы, может быть даже сотни лет работали. דבר אמין מאוד. Очень надежная машина. לעומת הדברים המודרניים, זה היה דבר אמין מאוד. Если сравнивать с современными такими однодневными вещицами, то это просто очень надежная машина. וכשהרגשתי את התמונה הזאת, ראיתי את הקטר שזז. И вот я вижу картинку, и в ней паровоз, и он так тяжело ворочает колесами. Он едет. Но как будто бы он нуждается. Он нуждается или в том, чтобы накидали углей в топку, или какую-то дополнительную энергию, чтобы придать ему действительно ускорение, с которым он должен ехать. Они легамры маским, что Иешуа ба мигуим, мигудим, сори. Я, конечно, верю словам Иешуа, когда он говорит, что спасение приходит от иудеев. Вальгам катув бетанах. Но в Танахе также написано, что гоим и трему работ ле ацлаха шел Исраэль. Что очень много зависит от народов, которые много приложат к тому, чтобы Израиль имел успех. וכתוב בישעיהו שמתי שומרים על גבולותיך. И у пророка Исаии есть такое слово, что я поставил сторожей где? На твоих стенах. На стенах твоих. והם יעזרו לך להתקדם. И они те, которые будут помогать тебе продвигаться. ובימים האחרונים היה לי כמה ימים אחרונים אינטנסיביים מאוד. И последние сколько-то дней были очень интенсивные для меня. והייתי בקשר עם כמה אנשים מחוץ לארץ. И я имел общение с несколькими людьми из-за границы. ואין שום ספק שעלינו, אנחנו לא צריכים לעשות מה שהם עושים. И вне всякого сомнения мы не должны их копировать. То, что они делают, это не для нас не обязательно. אבל יש דברים רבים במיוחד באזור מתנות רוח הקודש. Но есть многие вещи, особенно в том их опыте, который связан с дарами Духа Святого. וגם בניהול דברים. И также в управлении многими вещами. כשראיתי את הקטר הזה חשבתי אנחנו כן צריכים עזרה. И когда я увидел сегодня эту картину и этого паровоза, который нуждается в том, чтобы кто-то его сдвинул, я понял, что мы действительно нуждаемся в этой помощи народов. ואם אנחנו באים לדוגמה של כתבי קודש, и если мы прибегаем к примеру священных писаний, Моше היה 40 שנה אחד מהפונקציונרים של בית פרעה. И 40 лет Моше был неотъемлемой частью царства фараона. И после того, как они вышли из Египта, где учился, где приобрел все свое знание Моше, он научился всему в Египте. וגם יתרו עזר לו גם בדברים. И также Итро пришел и помог ему устроить всю структуру и помочь ему в управлении. Туда лел. Но благодарение Богу. Ше убахар бану. Неведомо почему, но он избрал народ Израиля. Венатан драхей Иешуа шебаим мекан заимет. И действительно положил пути спасения от иудеев.
ועכשיו אני חושב שזה סיבוב נוסף בהיסטוריה של אנושות. Я думаю, что сейчас мы переживаем новый этап в истории человечества. שהדברים הטובים האלה יוצאים מישראל והופכים להיות דוגמה בעולם כולו. Когда Израиль вновь становится примером для народов. ואני לא מדבר עלינו או רק עלינו, אני מדבר על כולנו. Я не говорю только о нас, я говорю о всех нас. אני מדבר על תנועה משיחית בישראל, שזה מעל 120 קהילות. Я говорю о всех свыше 120 мессианских общинах Израиля. ואני מדבר על מאות קהילות יהודיות ברחבי העולם. И я также имею в виду сотни мессианских общин по всему миру. Еврейских общин. שעכשיו מתחילים להגיד כל מציון. Которые начинают сейчас провозглашать слово из Сиона. Как написано, из Сиона выйдет Тора или закон, или учение, и слово Божье из Иерусалима. И неделю назад я начал проповедовать, и я хотел бы продолжить сейчас. И вы помните, может быть, я показывал картинки, я показывал величие всех народов, которые Бог сотворил. И мы все потом упали. И чтобы напомнить, я хочу просто помочь вам. Помните, мы говорили о Вавилонской башне. И что все народы рассеялись, потому что утратили связь один с другим. Кто-то помнит об этом? Okay. Пять человек, они расскажут всем остальным. Аллилуйя. ואנחנו אחר כך מתחילים לקרוא בברישית בפרק 12. И дальше мы читаем Берешит 12 главу. ואנחנו רואים סיפור של אברהם. И мы видим историю Авраама. ובעצם באברהם אלוהים נותן צ'אנס שני לכל העולם. И в сущности, в лице Авраама Бог дает новый шанс всему человечеству. אנחנו מבינים שעמים איבדו קשר אחד עם השני. И мы понимаем, что народы утратили связь один с другим. ואיבדו הבנה מה זאת אומרת אמת משמיים. И они утратили понимание, что значит истина с небес. והנה אנחנו רואים משפחת אברהם. И вот мы видим семью Авраама. וכמובן יצחק ויעקב. И его потомство, Ицхак и Яков. שהם מדברים אותה שפה. И которые говорят на одном языке. Истина с небес и понимание Бога единого, оно распространяется в этой семье, оно укрепляется, оно наращивается. בשפה מוגבלת מאוד, אבל להעביר את המסר האלה גם לגויים שפעם ופעם. И поскольку они постоянно переходили с места на место и жили в разных местах, то и они общались с различными народами, то пусть на ограниченном уровне, но они имели возможность делиться своим пониманием истины с небес. ולפני שבוע אני קראתי סיפור שעם ישראל וגויים רבים עמדו מסביב הר סיני. И я неделю назад рассказывал также о том, что сыны Израилевы и также Амон Раф, великое множество сынов иноплеменных, которые стояли у горы Синай, они получили откровение. Эм киблу двар Адонай. Они получили слово Божье. Маше умрим асерет адиброт. То, что называется десятисловие или десять заповедей. В посук 18. И в 18 стихе там написано. Альпи паршанут
שכל עם קיבל את ההתגלות משמיים בשפה שלו. То, что можно интерпретировать таким образом, что каждый из народов, которые стояли там у горы Синай, они получили откровение на своем собственном языке. И вот это значит, что вдруг Бог начинает использовать Израиль. И также вмешивается сам. И он преподает всем народам басис шела эмуна, основы веры. Шевим сафот, а коля хаэмет шелухим ухрас башевим сафот. Так что символически истина слова Всевышнего звучала на 70 языках. ועכשיו אנחנו קופצים לברית החדשה. И вот мы перепрыгиваем к Новому Завету. ואנחנו מדברים עכשיו על ספר מעשי השליחים. И мы говорим о книге Деяний. ושם בפרק הראשון. И там в первой главе написано. Ишуа כבר קם לתחייה. Ишуа уже воскрес из мертвых. Мишу зухер кама нашим рау ото ахарей тхият минамитим. Может быть, кто-то помнит, сколько из людей видели его воскресшим из мертвых? Кама? Кен. Пятьсот? Еш миспарим каэле кехамеш мёт иш. Около 500 человек. Кама анашим нагубо ве дибру это, ве яшву ве ахлу это? А сколько вы считаете людей? Я не спрашиваю. Кама анашим гам яшву? Несколько людей, они просто прикасались к нему, и они сидели с ним, они даже кушали с ним. Везе я увда мухлетет. И это было абсолютное свидетельство, это был факт воскресения из мертвых. И на одной из встреч его с его учениками, мне сложно представить, каким образом это происходило. Потому что его ученики выглядели примерно вот как Леон, примерно такие. Как мой Ефраим, ютер топ ке Ефраим. Или лучше, конечно, Ефраим, все-таки борода есть. Аваль, вепитом у им басар мивурах килуквар ахарейт кумат минамитим. И вдруг является он в прославленном теле. Нам это сложно представить. Но он им говорит: будьте здесь, в Иерусалиме. И не уходите, не уходите отсюда. До тех пор, пока вы не получите от Духа Святого. И они понимают, что ад Шавуот. И они понимают, что, скорее всего, речь идет о Шавуоте, потому что все это время Сфират Омер, время ожидания. И они ожидают и думают, ну и что же будет? И Иешуа сказал им, вы получите от моего духа, и у вас будет сила провозглашать истину Божью до края земли. И мы знаем, что то призвание уже было на Израиле. И как могли в своей жизни, они это делали. И была диаспора или галут, то, что мы называем еврейский по всему миру. И ненавязчивым образом евреи собирались в своих синагогах. И учили себе Тору, и молились.
И были прозелиты, те, которые интересовались еврейской верой, и они приходили, и они имели возможность сидеть также и задавать вопросы в этих синагогах. Но это было все очень так, очень медленно, очень ляд-ляд. И потом еще умер. И вот вдруг Иешуа говорит, тикаблюкох, вы примете силу, и вы будете свидетелями мне до края земли. И, скорее всего, он сказал это с таким напором, Мадон, בזמן הזה אתה הולך להקים מלכות האלוהים בכל עלי אדמות? Что они сказали? Что? Вот-вот сейчас ты провозглашаешь царство свое до края земли? וישו אמרם לא לכם לדעת זמנים. Он говорит, это не ваше дело знать времена и сроки. Но с терпением ожидайте и получите от Духа Моего. И во второй главе книги Деяний мы видим, мы видим, как примерно 120 человек, ну, типа того количества, которое здесь есть сейчас. Йошвим, митпалилим, ломдим. Они собираются все вместе в Иерусалиме, они сидят, и они учат Тору, и они молятся. Ло батуах, ша я лахем квар сидур тфила, кмо ши еш ле ам Исраэль айом. Я не уверен, что у них были все вот эти вот молитвы, которые такие записанные в сидур, как сейчас молятся в синагогах. Камут мисуям бета хая. Но определенное количество какое-то, безусловно, было. Азаю юшвим, улай кцат литургика, улай тфилот миалева, дон тен. Ани ло батуах, ша я лахем яма. Не уверен, какая точно фирма инструмента была у них, когда они делали прославление какое-то, но они что-то молились как-то, как могли, прославляли Бога. Я очень советую вам раз от раза обновлять вещи в вашей памяти, прочитать еще раз вторую главу книги Деяний. Питом, вдруг машукара, что-то случилось. Они почувствовали движение воздуха внутри помещения. Эш, и языки пламени. И вдруг они начали говорить на языках, которые они не знали. Рубам, хевре, рубам, шамаюми галиль. И большая часть ребят, которые там сидели в этой комнате, они были галилеянами. И галилеяне, обычно там население было таково, что мало кто из них заканчивал университет. Они типа того на идиш разговаривали, на деревенском идише таком. Кому ван злоя бедюк идиш? Это не, ну это не был не совсем идиш, но такой. Они хочет же комбинация беневрит и арамейт. Это такой был рыночный комбинация иврита и арамейского. Питом миров и трашмут в миров эмоций ковцы махутся. И вот они взволнованы от всего этого движения воздуха и сотрясения всего и от языков. Они выскакивают на улицу. И то место, где они собрались и они ожидали, и это было очень близко к храму. Это был как раз день праздника Шавуот. И вы знаете, что на еврейские праздники, когда стоял храм, множество народа из разных стран, в том числе из диаспоры, стекалось в Иерусалим на поклонение в храм. В самом городе в первом столетии было примерно 120 тысяч населения.
Но во время праздников там собиралось до миллиона людей. И евреи со всего мира мечтали и пытались и старались посетить землю Израиля на один из праздников. И когда это праздник, и евреи одевают самые лучшие свои одежды. И у этих ребят из Галилеи, учеников Иешуа, был более такой упрощенный стиль. И очень несложно было отличить их марки одежды от того, что надевались на себя евреи, которые такие из Парижа приехали. С Пьером Карденом. Аз питома хевраэле, ше нерим пашут ютер. И вот эти ребята, которые галилеяне, простые, без особого образования, махризим, выглядят тоже как галилеяне. Махризим. И вот они начинают провозглашать эмет шел Элохим, истину Божью, басафа шел Шекспир, на языке Шекспира, о басафа шел Гёте, и на языке Гёте, о басафа шел Александр Пушкин, или на языке Александра Пушкина. Они цохек, камуван. Я немножко улыбаюсь вместе с вами. Аваль катув шам. Но написано, שאנשים מסביב אמרו, איך החבר'ה הפשוטים האלה יכולים לדבר על אלוהים בשפת קפדוקיה, אסיה, פונטיה, גלטיה? И вот эти гости, которые собрались на торжественное собрание из разных мест, они свидетельствуют, там это написано в Деяниях, как эти простые люди, которые мы видим, что они галилеяне, они могут говорить на каппадокийском, на ассирийском и на прочих языках, на наших языках, чтобы мы понимали. И все они были образованные люди. И они вспомнили, о, в истории это уже было. И однажды 70 народов, которые стояли у горы Синай, они слышали нечто подобное. וזה היה נס ברור מאוד. И это было очевидное чудо. אבל תזכירו. Но помните. שפות מוכרות לקהל. Эти языки были понятны для тех людей из разных стран, которые пришли. אבל אחר כך. Но. רוח הקודש מתחיל לגעת בתלמידים יותר ויותר. После того Дух Святой стал еще глубже и глубже касаться учеников. Питом, анахну роим, эцель талмидим, нефтехот матанот рефуа. И вот мы видим ученики, вдруг в них открываются какие-то источники, когда они могут исцелять больных. Мамаш нефтах, эм олхим барихов, роим бен адам нехеюшев, о ивер, самим ядаем венес. Рифуа. Просто что-то открылось в них. Они идут по улице, тень Петра касается, исцеляет. Они возлагают руки, человек был инвалидом, он встает на ноги. Векулям бы шок. И все в шоке. Ахарка гам куре машу им сафа. Кца туриду коль. За цоек медай, Андрей. Цоек медай. И что? И что-то потом происходит с их языком. ואנחנו רואים שזה כבר לא רק שפות מוכרות. И уже мы видим, что это не только известные языки. אלא גם הם מתחילים לדבר בגלסלליה. Но они начинают говорить тем, что называется теперь глоссолалия. 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 ואנשים מדברים בלשונות. И люди начинают говорить языками. И в шарлавинедзе невозможно понять. Аваль ба эйзишу офен еш идуд эцель шлихим,
шезе матанат руаха кодеш. Но апостолы понимают и принимают свидетельство, что во внутренности своей, что это дары Духа Святого. Векше анахну юрдим вематхилим ликро бекабданут брита хадаша. И если мы действительно скрупулезно начнем читать Новый Завет, а сколя зман брита хадаша мидаберет лёрак аль ахлата в логика, то Новый Завет говорит не только о принятии решений и логичных действиях. Агав, рова ктувим зе ахлатат, ахлата в логика. Ребята, большая часть Писаний базируется на принятии решений и логике. Аваль хуцми зе анахну роим, איך מדובר יותר ויותר על מתנות רוח. Но, кроме этого, больше и больше мы видим мистических вещей, то, что связано с дарами Духа Святого. ואנחנו קוראים במעשה שלוחים 2, в Деяниях апостолов, 2 глава, мы читаем, בפסוק 15, 15 стих, פטרוס מתחיל להגיד מילים כאלה. Петр, Шимон, начинает говорить такие слова. זה לא מוזר. Это не странно. Вем ло шикорим. Они не пьяные, как вы думаете. Вем ло амусим бешедим. И они не одержимы бесами. Эле альзе айтаны вуа. Но об этом пророчествовал. Йоэль. Йоэль. Зенивими одми фурсам безмано. Очень известный пророк. Вуамар. И он сказал. А цаирим в цаирот и отхилу ли на б? Что юноши и девушки начнут пророчествовать. А нашим иру хазьонот. И люди увидят видение. Вегам иру халонот халомот невуйот. И они будут видеть пророческие сны. Хевре. Ребята. Анахну рубейну аншей логика. Мы, большая часть из нас, имеет греческие мозги, логические. Аваль, но хадаваразе невуа, то, что называется пророчеством, халомот, или снами, вехазьонот, или видениями, зе даварамити, это истинные вещи. Ве им анахну согрым эта цмейну мезе, и если мы закрываем себя от всего этого, анахну срхим льет мед низгарим, агав, אנחנו צריכים להיות מאוד נזהרים ולבדוק כל דבר. Это не говорит о том, что надо открыться ко всему, что не попадя. Надо быть осторожными и надо проверять все. אבל אם אנחנו סוגרים את עצמנו ממתנות רוח, но если мы закрываем себя от даров Духа Святого, אז אנחנו לא לגמרי יכולים להתאים את עצמנו לאמירה שישוע אמר, תהיו לי עדים עד קץ העולם. То мы становимся неспособными следовать завещанию Иешуа, что вы будете свидетелями мне до края земли. И вот мы изучаем Новый Завет. И Иегуда в послании своем в 20 стихе пишет так. ואתם אהובים תחזקו. Возлюбленные, вы укрепитесь בזה שאתם מתפללים ברוח הקודש. Будете укрепляться тем, что вы молитесь в духе. ואפשר לפרש פסוק הזה בצורות שונות. И можно различным образом интерпретировать эти слова. מה זה תפילה ברוח? Что это значит молитва в духе? לפי סידור? יכול להיות. В соответствии с сидуром? או לפי... Скорее всего. לא, יכול להיות. Может быть. Может быть, да. Лифи рацион товщили и морощили, я холиот. В связи с моими благими пожеланиями, когда я из головы молюсь чем-то, конечно, может быть. Аваль, лифи дати кандагеш альтфила белашанот. Но, на мой взгляд, здесь речь идет о молитве на языках. עכשיו אני רוצה לשנייה לעצור. Я хочу остановиться на секунду. ולחזור לשנייה אל תימותאוס. И вернуться ко второму посланию от Тимофея. פרק 2. Вторая глава. פסוקים 20 ו-21. 20 и 21 стихи. ושם כתוב שבבית גדול יש
Написано, что в большом доме есть различные сосуды и различные инструменты. Есть для почетного употребления, есть для менее почетного. Есть кос, что мы можем лишить яйн в седер Песах. И есть чаша, из которой мы можем пить праздничные чаши на седер Песах для вина. И есть гам аслаб. И есть отхожее место, где тоже горшок стоит, и все нормально. Векан Шауль умер. И вот здесь Шауль говорит. Тикаблу бихира, тифхиру. Он говорит, изберите себе. Эйзе сук кадим, а тем роцим лиет. Каким, каким видом этих сосудов вы желаете быть? Атем юдим, есть арбе деот. Есть множество разных мнений. Лигабей им анахну, кшеналадну мехадаш, яхулим лабед Йешуа, оло яхулим лабед Йешуа. По поводу того, может ли тот, кто родился свыше, потерять свое спасение? Есть по нашим, гам по, есть халукей деот. И вот среди нас, как в нормальном еврейском обществе, есть различные мнения. Есть нашим, что умрим, и в шар лабедет Йешуа. Есть, говорят, придите ко мне, я вас научу, как потерять спасение. Другие говорят, что бы ты ни делал, если ты родился свыше, ты не можешь потерять свое спасение. И не будем показывать пальцами, но вот эти два, которые стоят здесь за трибуной, они между, не во всем согласны. Лично я верю, что невозможно потерять. А лично он думает, что все возможно верующему. Окей? Аваль маше кашур ле матанот руах. Но то, что связано с дарами Духа Святого. Китвей кодеш омрим бабирур. Священные писания очень ясно говорят. Аль таштику о аль Тихабу руах. Не угасайте Духа Святого. Эх, не угасайте. Не угасайте. Эх, ли кабот это руах. Как можно угасить Дух Святой? Лифней шавуа, неделю назад они дебарти им бахур, я разговаривал с одним человеком. Аскала гвуа, и он самого высшего уровня образования. Сантран. Он пианист. Берама гвуа. Очень высокий, очень интеллигентный человек из хорошей семьи. Был. 15 лет. Леонага Бапсантер. Он не притрагивался, видимо, имя его, как некоторых из нас, заставляли родители. Он просто возненавидел это. Леонага. Не прикасался. Векшани бикашты мену ленагена марло. И когда я попросил его, пожалуйста, поиграй, он говорит, не-не-не-не, я уже все растерял, то, что я умел. Зеникра лихабот это матана. Это то, что называется угасить дар, который дал тебе Бог. Они ламадити безмано бафизмат, бабецефер шаломдим физика в математике. И я в свое время на физико-математическом учился. В лифней ходеш, элихен бачили. И месяц назад моя дочь Илихен бикшами меньше азорла и мамифхан. Она пришла ко мне и говорит: ты должен мне помочь с экзаменом. Они мистекель альзе ванилому винмила. И я смотрю на эти письмена, то, что она мне принесла, я не понимаю ничего. Они шахахти аколь. Я вообще все забыл. Кастелецми. И я злился на самого себя. А за не потахти интернет. И вот я открыл интернет. Депо они ге, они карати в захарти. И тут я возгордился в сердце своем. Я прочитал и вспомнил. В азартила. И я помог ей. Аваль лихабот это руах. Но угасить Дух Святой. Зело каше. Это не тяжело. И если у нас есть чувствование духовное и дар духовный,
И если мы при этом не используем, не задействуем этот дар, неважно по какой причине. Улай ацлан. Может быть, ленитесь вы. Улай мишу гарамли лесафек. Может быть, кто-то посеял во мне сомнения. Улай мишу амар титбаеш лоусим каха. Может, кто-то сказал, слушай, постыдись, приличные люди так не делают. Веанахну сагарну этот смейну. И вот мы закрылись. Ве и всадну. И мы проиграли. А с Шаулю мэр. И вот Павел говорит. Ло лихабот это руах. Не угашать духа. А валя нахну гамцрахим ли изаэр. Но. Нам нужно быть очень осторожными. Килифамим. Потому что иногда. Бен Адам. Человек. Шиешло матана. Он одарен. Яхол листот ле дереха нахуна. Он может и начать двигаться в неправильном направлении. Вайом Марсель Натан Дугма Мицуенет. И сегодня Марсель дал отличный пример. Балак. Балак. Слиха, Билям. Билям. У кара у ядает Элохим. Он знал Всевышнего. Бешмо. По имени. Шама Коло. Он слышал его голос. Аваль бигляль сибот шонот. Но по разным причинам сата минадерех. Он уклонился от верного пути. Анахну зохрим ая мелех Шломо. Мы помним царь Шломо, Соломон. Шеу яда эт Элохим. Он, конечно, знал Бога. Вая ло итгалут гадоль бейотер. И у него было величайшее откровение. Веем эхад, бигляль шу итхил лиштахавот лейлилим, яхат им нашим работ шело, гам сата миадерех. И однажды, из-за того, что многие жены и импортные совратили его, и он стал поклоняться их божествам, он постепенно уклонился. Ве лифи имуна шели хазар бетшува. Я думаю, все-таки, то, как я верю, что он покаялся. Аваль, еш дугмаот гам модерниот. Но есть и примеры современные. Может быть, если вы увлекаетесь, вы смотрите разных проповедников, и есть среди них очень великие. Есть просто гиганты веры и даров Духа Святого. Но по разным причинам, или тут деньги замешаны, или власть, или какие-то другие причины. Они уклонились от правильного пути. И так, как говорят Священные Писания, дерех шелаем ивдок эш. Их путь проверит, испытает огонь. Ве, нушу, аваль кмуахаре эш. Они таки да спасутся, но так, как бы головня из огня вытащенная. Аваль, да вы в Шарли фареш кмуше Марсель фареш. Можно интерпретировать и так, как сказал Марсель. Шеишу я гидлаем, бешми дебартем, леху мипо, они ломакирот ха. Ишу скажет им, вы... Говорили во имя мое, идите отседа. Я никогда не знал вас. Аз. Но. Ма анахну ломдим мизе. Что мы учим из этого? Царих льет загир. Надо быть аккуратным и осторожным. Аваль михапес. Но ищущим. Везе хабая якарит шелану. И это основная наша проблема. Анахну ютер згирим мяшер михапсим. Мы больше делаем акцент на осторожности. И меньше занимаемся поисками. Но очень важно искать. Потому что написано, что Бог есть Дух. И Он говорит с нами в Духе. Конечно, когда мы читаем, и мы слышим Его голос, и когда мы переживаем в жизни какие-то вещи, мы видим Его руку. אבל תשאל את עצמך עכשיו. Но сейчас спроси себя. מתי ביקשת ממנו? Когда ты просил у него? בפעם האחרונה לדבר אליך בלשון ברור יותר. Когда ты просил у него, чтобы он разговаривал еще более ясным образом? О, מתי ביקשת ממנו? Когда ты просил у него? שהוא יהפוך אותך להיות к
Когда ты просил его, чтобы он использовал тебя, и он сделал тебя инструментом своим, для того, чтобы, как сказал Иешуа, что вы будете свидетелями мне до края земли. Они кофец ле итгалут шел Ишаяху. И я перепрыгиваю в откровение пророка Ишаяху. Уквара Янави. Он уже был пророк. И он уже познал Всевышнего. И вот он предстоит при ним и говорит: «Вот я, пошли меня». Я очень советую сегодня, когда мы будем молиться, в конце собрания, чтобы мы могли сказать: «Вот я, пошли меня». אז הנה שאול. И вот Шауль, апостол Павел. שהיה איש מלומד חבל על הזמן. הוא היה מלומד והיה תור שלישי בתיאולוגיה, история וספרות. Короче, апостол Павел был образован под самую завязку и кроме этого умел рисовать и играть на скрипке и выпиливать лобзиком. Он этого не умел, но у него была третья степень по теологии, по истории и по иностранной литературе. Она это тоже, почему нет, он был художник. У Аса Бецем Огалим. Он был портной, как мой дедушка, тот еще. У Ая Усе Огалим. Да, художник. Огалим. Он был, делал палатки. Ле художник, Огалим. Палатки, я говорю. В Махаро там. И продавал, он был еще и этот самый, проценты получал. Ледаягим. Для этих рыбаков. Взая хи пашут. Для подледного лед. Нахон, взая хи пашут. И это было самое простое. Взая экспорт. И это была экспортная продукция. Лицефон. А поскольку это было из Израиля, лицефон, то там объединялись эти против бойкота Израиля и бойкотировали эту продукцию. Анахну хозрим. Мы возвращаемся к нашим баранам. Агав, тахшиву пам. Кроме того, однажды, задумайтесь. Атем зухрим эйзе шевет кибла амонахрают. Шевет кибель. Амонахрают бамидбар. Вы помните, которое из колен приняла на себя колоссальную ответственность. Какое? Леви. А я скажу Иуда. Они хошев, что это Леви. Ну, Еви тоже молодцы. Лифи камут, а джинсим, что мы яцрим. Ливайс. Если измерять количеством джинсов, которые они выпустили, Ливайс. Они такие заевангелизировали весь мир. Им зекен, а не батуах. Бонахзор ле китвей кодеш. Да, и ты ближе к Писанию. Рав Шауль, шо я гаон ве мелумад меод. И вот, апостол Шауль, который был гений, и он был очень образованный человек. Ве савир лихакот мемено теология квида. И от него можно было ожидать такую тяжелую трехэтажную теологию. А валь питом умер байгеретеля коринтим. И вот вдруг он к посланнику к коринфянам говорит. Умер. Ахим. Ребята. А тем црехим ладат, ше матанот руах за давар хашув меод. Вы должны понимать, что дары Духа Святого – это очень важная вещь. Веба перек штемесре. И в 12 главе умер милим каэле. Он говорит следующие слова. Матанот хэм шонот. Разные дары. Аваль ото руах мяхедо там. Но Дух, который дает их, один и тот же Дух. Веширутим шоним. Служение разное у каждого. Аваль мяля колумет ото элухим. Но тот, кто управляет всеми этими служениями, тот же самый Бог. Веэлухим нотен матанот руах. И Бог дает дары Духа Святого. Ле иш. Для человека. Для того, чтобы это было благословением для него, но также для того, чтобы через него
благословить многих других. Не только вы будете благословлять дарами других. Эле матанат руха кодеш амура гам льет браха ветикун вегадраха бишвилха. Но и лично для тебя, который получил этот дар, дар Духа Святого должен быть благословением и путевождением и очищением. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. Очень простой пример, да. ואני אדבר על בן אדם שיושב פה. И я буду говорить о человеке, который сидит здесь. אל תתבייש. Не стесняйся. Я не стесняюсь. Я כמה שנים לפני. Это было несколько лет тому назад. וביקשנו מבלד לבוא ולהתחיל גם ללמוד תמי מקרא. И мы попросили Влада, чтобы он участвовал в школе, где изучают Таме Микра, то, что вот пение Торы, свитков. И на мой взгляд, вот я вижу потом, как Влад... Бегляль криязот, улай гамзе аямашу лифней, аваль питому мамаши тамек бы два радунай. Я не знаю, может быть, и до того у него было это, но... Он начал изучать вот это пение Торы, и я увидел, как он погружается в саму Тору. И у меня есть несколько свидетельств из далекого Казахстана, где он служил дарами Духа Святого. Зачем я это говорю? Есть опция для коли хадмитану. Есть возможность для каждого из нас. Если мы открыты, сказать: Отец, наполни меня Духом Святым и помоги мне ходить в страхе Божьем, но быть при этом инструментом, который ты используешь. Это молитва, на которую Бог всегда отвечает положительно. והנה שאול אומר. И вот Павел говорит. לאחד אלוהים נותן מתנת חוכמה. Одним Бог дает дар мудрости. מה זאת אומרת מתנת חוכמה? Что это такое дар мудрости? מתנת חוכמה. Дар мудрости. זה לא שאתה מבין חוקים. Это не то, что ты начинаешь весь уголовный кодекс понимать правильно. אלא שאתה מקבל הדרכה. Но то, что ты получаешь водительство, как простыми путями разрешить сложные проблемы. И это приходит сверхъестественным образом. И может быть, и ты не учился этому. Но потом есть лиха диа. וזה יכול להיות אפקטיבי גם לך וגם לאחרים. И вдруг у тебя есть неизвестно откуда понимание, и это может быть благословением не только для других, но и для себя тоже. Двар бина. Знание, знание. О матанат эмуна. Или дар веры. О матанот рефуа. Или дары исцеления. Мазе то мерет матанот рефуа. Что это дары исцеления? Они раите их анашими матнат рефуа шертуле ахерим. Я видел, как люди, которые наделены даром исцеления, они служили другим людям. Аваль, они гамбатуах, что бенейну есть анашим каэле. И я уверен, что среди нас есть такие люди. Аваль, улай ргишу пам, это нагиями элухим, лех татхил ласот эдзе. И, может быть, вы чувствовали однажды прикосновение Духа Святого? Иди и делай это. Аваль хашавну, моя гиду. Ну, мы подумали, ну, не знаю, что скажут. Ве, гам бяцмехем ломит палилим. И вы сами не молитесь. Ве гам ло узрым лебен адам ахер. И не помогаете другому человеку. Матанат невуа. Или дар пророческий. О матанат. Афлаот пеле. Или дар чудотворения. О, афханат рухот. Или дар развлечения духов. Матанат афханат рухот. Дар развлечения духов. Мазатумер. Что это? Лифамим. Иногда. Ешь бен адам.
Есть человек. Шеунира беседер. Он выглядит как нормальный человек. Аваль лифамим ешло эйзишу кфицот. Но иногда с ним случаются какие-то перемены. Ве лифамим анахну умрим, а улай упашут кцат психо михо. Пати. Пати, кен. И мы думаем, что, ну, может быть, что-то у него психическое иногда такое. Аваль лифамим зе пашут баят руах. Но иногда это может быть просто и проблема духовная. Ломер ахуз шедим, а не ломер эдзе. Я сейчас не говорю, что вот 100% это бесы и все. Аваль нигиями руах лёнакия. Но прикосновение от нечистого духа. Вебен адам азе. И этот человек. Ломет ли трагель ли руах азе. И он постепенно может привыкнуть к этому духу. Ве у митрагель, ве гам у офех льет кли шела руах алёна киазе. И когда он поддается этому духу, он становится постепенно его инструментом этого нечистого духа. Ве Евгений и Женя сиперли, ше ба Норвегия ялэм шам нисайон доме. Женя мне рассказывал, как в Норвегии, когда они были, они переживали нечто подобное. Ве эм ти питпалилу авур бен адам, ше питом руах алёна кия, эткила лидабер дырах бен адам азэ. И они молились за одного человека, и вот этот нечистый дух вдруг начал разговаривать с ними через этого человека. Афханат рухот. Развлечение духов. Ешь матанат невуа. Есть пророческий дух, дар. Есть матанат гласалалия. Есть дар гласалалии. Дибур балашон. Говорение на иных языках. Ве есть матанат пируш шелалашон азе. И есть дар истолкования этих языков. Ве шаулю мэр баофен барур меод. И очень ясно апостол Павел говорит. Умер анахну бияхад. Мы все. Кмогув шел бен адам. Мы подобны телу человека. Веколь ивар. И каждый член этого тела. Бадерех кляль озер легуф ли ее тов ютер. Он помогает другому, всем другим членам, чтобы быть здоровым и целым. Ло итахен шаэцба шелха нихнесет ли айн шелха воса шам хор. Это невозможно себе представить, чтобы ваш собственный палец начал причинять ущерб вашему собственному глазу и там что-то производить какие-то действия. И когда Павел в этой главе об этом говорит, он говорит, ребята, все вы имеете дары Духа Святого. Но также просите мудрости. Как этим пользоваться? Чтобы все это содействовало ко благу. И в 40 главе, 14 главе, Шауль мидабер ютер мидуяк. Он более точно, Шауль говорит. Он говорит о дарах. Шел невуа о дибур балашанот. О дарах и пророческих и о дарах говорения на иных языках. Веомер каха. И он говорит так. Невуа тов ютер. Пророчество гораздо лучше. Лашон зетов. Языки это хорошо. Кшатам итпалел левад. Когда ты молишься в своей комнате, это хорошо языки. О, бетфила, басифат фила, шекулям мицапим тфила балашанот. Или на молитвенном собрании, где нет новичков, и все знают, что такое молитва на языках. Потому что если неверующий войдет в ваше собрание, а ты там изрекаешь непонятные звуки, он скажет, с этим человеком не в порядке что-то. О, умер, шиелахэ матанат пируш. Он говорит, или молись о том, чтобы у тебя при этом было истолкование языков. Теперь, два слова о побочных эффектах. Для большинства из нас. Нигия им руах. Прикосновение духа. Зе машу лё рагиль. Это что-то не то, что происходит с нами каждый день. Охель зерагиль. Каждый день мы кушаем. В зерагиль. И это обычно для нас. Анахну митрахацим в зерагиль.
И некоторые из нас умываются, это тоже обычно. Аваль нигиями руаха кодеш. Но прикосновение Духа Святого. Зело рагиль. Это необычно для нас. Велифамим нигия азоти. И иногда это прикосновение. Яхоль лави коль миней туцаот ливай. Может повлечь за собой различные побочные эффекты. Анахну курим аль зе бекитвей кодеш. Мы читаем об этом в священных писаниях. Руах милает амаком вем кулям нафлю. Дух наполнил это место, и они не могли стоять и упали на свои лица. Анахну раину ше бенадам атхил лирод ешло коль миней тиким. И мы видели, когда человек вдруг начинает дергаться как-то не совсем гармонично. Они люди мазе. Они люди мазе. Я не знаю, что это такое. Улай зе дгуваши лагуф. Может быть, это реакция тела. Вимашу хиюви. И может быть, ничего страшного в этом нету. Улай машу пними шелонаки. Питом матхиль. Но это может быть и что-то, что есть внутри этого человека, что связано с нечистотой, и оно начинает проявляться таким образом. Аваль катув барур меод. Но ясно, очень написано. Каха ботким им зе наки оло наки. И именно так различают, это чистое или это нечистое. Ше руах шел неви убикабель гораа. Что духи пророческие послушны пророкам. Пророк не становится марионеткой духа. И таким образом мы можем, это одно из пониманий, как мы можем понять, что это пророческий дух или это одержимость какая-то. И есть все тики какие-то есть у человека. Можно с ним поговорить. Велагидло, хабиби. Слушай. Им аталё яхоль ишлот альзе. Дорогой, если ты не можешь этим управлять. Азулай кидай лиха лашевит им кама хевра вит полилю бишвилха. Может, стоит тебе посидеть с несколькими ребятами, чтобы помолились за тебя, может, с этого что-то выйдет. Аваль имата маргиши зе руаха кодеш. Но если ты чувствуешь, что это Дух Святой, азата легамра яхоль лишлот аль даваразе, то тогда ты можешь в любой момент прекратить это сам. Пони хаяв лоусиф. Я должен здесь дополнить что-то. Лифамим еш маше никра юце мина кляль. Иногда бывают исключения из правил. Ве отам гам ифшар лавин велирот. И также их можно исследовать и понимать. Валя нахну ки ам Исраэль. Но мы, как народ Израиля, мецад ихад. Црехим лют ахиптухим ле руаха кодеш. С одной стороны, должны быть самыми открытыми, какие только есть для Духа Святого. Аваль бецад шини. Но с другой стороны, ле ли идамот ле штуйот, ше каямот баулам куло. Не брать пример с тех глупостей, которыми наполнен весь мир. И в этом я должен согласиться с Марселем, когда он учил. Потому что когда мы служим в помазании Духа Святого, мы можем быть наиболее эффективным орудием или инструментом Духа Божьего. И Шауль махриз. И Шауль провозглашает. Он говорит, я желаю для вас, чтобы каждый из вас молился языками. Но еще больше я хочу, чтобы вы пророчествовали. Иешуа говорит нам. Ожидайте и получите от Духа Святого. Есть нашим, что умрим, что коля дворим аэлле рак зманиим. Есть люди, которые утверждают, да, было такое дело, но это было временное, только для того времени, для 2000 лет тому назад. Но если бы это было временное явление, они хошев гам Шауль, вегам анашим ахерим аю мицейним эдзе.
то и Шауль, и другие апостолы, они отметили бы это. Да, сейчас есть, но грядущие, не волнуйтесь, это не для вас. Они рацели саем. Я хочу закончить. Они маамин было шаночил бематаночил руаха. Я верю в дары Духа Святого. Они маамин шеми хулим льот шоним легамре. Я верю в то, что они могут быть совершенно различными. И я думаю, что это наша ответственность просить у Бога и обновлять их в нашей внутренности. Вместе с тем, чтобы просить страха Божьего и осторожности. ואני מאמין שזה יכול לעשות הרבה הרבה פרי למלכות השמיים המתקרבת. Я верю, что это может принести много-много плода для Царства Небесного, которое приближается к нам. Как אני מאמין? Я так верю. אז מי שרוצה להתפלל איתי, תעמדו. Если кто хочет молиться со мной, пожалуйста, привстаньте. И давайте будем молиться. Им сфатаем шелану. Нашими устами. Не только Леон митпалел. Леорак Леон митпалел. Или шаколи хад митану, миши маргиш. То, что если вы согласны с тем, что молится Леон, повторяйте своими устами. Авину шебешамаем. Отец наш, который в небесах. Ахлата шелили йод инструмент, кли, баят шелха. Мое решение быть инструментом в твоих руках. Я молюсь о том, чтобы ты открыл мой разум и мой дух. Дай мне, Господь, получить полноту от тебя. Дай мне страх Божий. Дай мне дар развлечения. И помоги мне, Господь, наполниться Твоим Духом. С пониманием священных писаний. С пониманием того, что происходит вокруг. И для того, чтобы содействовать расширению Царство Твоего Небесного. Сделай меня инструментом в Твоих руках.